мужчины. Нет у него денег тебе на шампанское, ясно? Как таланта сестра называется кра, так и наша программа 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю 6 кадров. Да-да. Добрый день, Федор Викторович. Привет, Сергей Иванович. Разрешите? Да-да, конечно. Ты уж извини меня, я тут третьи сутки уже на ногах. Да я тоже замотался, работы не в проворот. А наши «Динамосы» сегодня в Сибири в хоккей играют. Вы не в курсе, какой там счет? Да не, я ж не болельщик. Жаль. Да ладно, сиди. Сиди, какие проблемы? Господи, сейчас узнаем. Вот. Алло! Леха, привет. Это Федор Викторович. Да вольно, вольно. Какой там у нас счет? 2-2, ничья. Молодцы. А, уже 3-2. Ага, забили. Проигрываем. Ну, это там. Держитесь, крепитесь. Ага. Давай, давай. 3-2 только что нам забили. А кому вы звонили? А кому? Вратарю, конечно же. Кому еще? Ты странный человек. Ой. Так вот, Светка мне рассказала, что ее Костя у нее, оказывается, не первый. Представляешь? Угу. Она ему изменяла уже 3 раза. Ужасно. Слушай, по секрету вообще рассказала. Девушка миленькая, имейте совесть, вы же здесь не одна. Извините, пожалуйста. Хорошо. Так вот, Костя, оказывается, у нее не первый. Представляете? Она ему изменяла уже 3 раза. 3 раза! Сидим, Петей, с Олегом. И этот, как его, белобрыс такой. Андрей. С Андреем. А ты что, знал? Знал. Ну что же, коллега, я не вижу здесь каких-то особенных патологий, все в норме, позвоночник цел, даже без признаков сколиоза. Жаль, конечно, что кардиограммы нет. Угу. Это могло бы дополнить картину анамнеза. Угу. Ну, хотите, давайте возьмем у нее пункцию спинного мозга? Нет нужды, коллега. Я думаю, что наш первоначальный диагноз насчет асфиксии был абсолютно правильным, так что опасаться нечего. Угу. Согласен. Ну все. Разделывайте, коллега. А в этот резерв, Сергей Иванович. Ну я же говорил, асфиксия. Вы куда, молодой человек? Без шапочки. А это что? Это у вас летняя. А сейчас что? Правильно, зима. Все плавают у нас в зимних шапках. Ну, чтобы голове не было холодно. А. Женщина, вы же вроде одна едете. Откуда такой храп? Тише, что же вы кричите? Ребенок спит. Какой ребенок? Где? Что значит, какой ребенок? Вот ребенок. Слышите? Храпит, значит, заснул. А-а. Ну ладно тогда. Слышь ты, хватит храпеть, а то попалимся. Да-да, извини. Здрасте. Ой, Эдуард Владимирович, дорогой, я же себе места не нахожу. Всем моргием звонила. Ира, прекратите истерику. Что случилось? Подождите. Прекратите истерику, возьмите себя в руки и доложите, как положено. Что случилось? Значит, я обзвонила все морги. Так. И только в двух согласились купить наше холодильное оборудование. Всего в двух? Не увольняйте! Не буду. Возьмите себя в руки. Где вы взяла? Самое главное, звоните. Я буду звонить. Да. Я обещаю, буду звонить. Наберут же из театрального-то. Я хорошая работа. Очень. Я вам больше скажу. Замечательная работа. Звоните. Извини, я не знаю, где наш. Наш? Вот. Остальных в садик веди. Их, наверное, уже родители ищут. Да. Пойдемте, детки. Пойдемте. Наля, сейчас я тебе покажу удар стоимостью в $1000. Ой, ну покажи. Молодой человек, вы только что разбили витрину в нашей барной стойке. С вас $1000. Вот видишь. Внимание всем постам! Объявляется план «Тайфун». Всем подразделениям готовность номер 1. Начальники отделов уголовного розыска всех районов срочно ко мне в штаб. Да! Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться? Разрешаю. Нашли вашу фуражку. Ее, наверное, ветром с подоконника сдуло. Отставить план «Тайфун». Работаем в штатном режиме. Вот, пожалуйста, ваш комплексный обед. Спасибо. Давай, хавай. Набивай желудок. Чтоб твой мужик от тебя к стройненькой молоденькой ушел. Давай, лопай, набивай брюхо. Женщина, вы что себе позволяете? Девушка, миленькая, вы не сердитесь. Вы же заказали комплексный обед. А он на то и рассчитан, чтобы побеждать ваши комплексы. А я, между прочим, вам в этом помогаю. Так что жуй-жуй, толстуха. О, котлетками, давай, закусывай. Спасибо. Так. Дорогая, я пошел. Утюг выключить не забудь. И окно закрой. Вдруг ветер. А? Ну все. И торшер выключи. А теперь выключи магнитофон, и можешь идти. Что бы я без тебя делал? Что-что, квартиру давно спалил, вот что. Сколько раз говорила тебе, а ты, бездарь, не слушаешь меня вообще, не обращаешь. Да-да, войдите. Проходите, пожалуйста. Слушаю вас. А я не могу срочно. Сейчас протезов нет. Приходите завтра, может, что-нибудь придумаем. Ну, хорошо. Спасибо. Вы мне очень помогли. Такова профессия педагога. Этому вас в институтах не учили. Ну что ж, привыкайте к трудовым будням, тем более, что это еще цветочки. В начальных классах может быть и пострашнее. Все, педсовет окончен. Завтра, 1 сентября, с новым учебным годом вас, дорогие коллеги. Владимир Андреевич, можно я на цветном принтере несколько листов для тебя распечатаю? Можно. Но сначала 50 рублей в кассу внеси. А можно я сначала распечатаю, а потом внесу? Точно внесешь? Может, у кого-нибудь когда-нибудь обманывала? Ну, давай быстро. Спасибо. Что с тобой, милый, милый, что с тобой? Я курить хочу. А курю я только после того, как выпью. Смотрим. Угу. 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 Так. Да. Что со мной, доктор? Вы сможете мне помочь? Еще раз смотрим на молоточек. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну, разве только так. Вы уже определились? Да. Значит так, Андрей. Сейчас сюда придет мой муж. Он закажет борщ, картофельное пюре, телячьи котлеты и овощный салат. У меня к вам убедительная просьба. В борщ положите, пожалуйста, как можно больше соли. Знаете, прям так, ложки 3. Не скупитесь от души, чтобы было, да? Хорошо? Значит, картофельное пюре, чтобы обязательно с комочками. Обязательно. Котлеты, вы знаете, одну не дожарьте, чтобы прям вот фарш сырой чувствовался, да? Так. А вторую, наоборот, пережарьте, чтобы она была прям черная, как уголек. Хорошо, да? И салат, ну что салат, салат. А положить туда какие-нибудь помидоры старые, подгнившие немножечко, да? Да и вообще, знаете что, вообще не мойте их, эти помидоры, ладно? Вам понятен мой заказ? Разумеется. Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Вот отличненько. Я тебе устрою. Готовить я не умею. Паразит. Майор Мартынюк. Так. Так. Чем? Ножом? Вот гады, а. Ножом. Ага. Ага. Ножом. Майор Мартынюк? Так. Так. Чем били? Бейсбольной битой? Вот отморозки-то, а? Долбаные. Вот отморозки-то. Ах. Ага. Так. Ножом. Бейсбольной битой. Господи. Ну хоть кто-нибудь наведет в этой стране порядок. Вы понимаете, все было нормально. Работа, семья, рыбалка с друзьями. Рабочие будни и праздники. Все шло размеренно и безмятежно. И безмятежно. И что же случилось? Не знаю, поймете ли вы меня. Конечно, пойму. В общем, к нам на работу пришла новая сотрудница. И через некоторое время я понял, что я влюбился, как мальчишка. Я задышал полной грудью. Я на работу теперь хожу, как на праздник. Это вот ощущение полета, да? Желание обнять весь мир, да? И ночные смс, и телефонные звонки в ванной, да? И тайные подарки. И, извини, дорогая, я задержусь, у меня совещание. И не забыть проверить пальто перед подъездом. Не пахнет ли чужими духами? А, кобель! Хорошо. Я, пожалуй, пойду. Иди, те! Все вы одинаковые, уроды! Хбини. Как таланта сестра называется кра, так и наша програ. 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. 6 кадров. Только сядешь не в клю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. 6 кадров.